вечер. Видите, друзья, это голуби. Если вы уж так любите птиц и хотите кого-то завести, заведите голубя. Или что-то попроще. А многие спрашивают у меня, что будет, если я заведу ворону? Да примерно вот, что будет. Стоило оставить у капли открытую клетку. И на часик ее одну. Ворона капля. Ты считаешь, что ты ничего такого не сделала, да? Давайте еще раз посмотрим. То друзья канала очень хотят завести ворону. Притом, заметьте, друзья, ворона не была выпущена на пол. Не скакала, не бегала. Капля, ты нам заменяешь всех 7 голубей, да? Ну вот так вот. Подумайте, нужна ли вам брановая птица дома? Барь, ты согласен?